Анна Иоанновна умерла в октябре 1740 года, избрав преемником своего внучатого племянника Иоанна Антоновича, новорожденного сына Анны Леопольдовны. Роль регента была отведена Бирону, который умудрился совершить роковую для себя ошибку на ровном месте. С Анной Леопольдовной и ее мужем он обращался бесцеремонно и даже грозился выгнать их из России, отобрав предварительно сына. И кроткая принцесса не стерпела такого отношения к себе. Она заключила тайный союз с фельдмаршалом Минихом, который низложил Бирона. Так началось годичное регенство Анны Леопольдовны. Полностью доверив государственные дела Миниху, регенша предалась любимому делу – беспечной дворцовой жизни. Устраивала увеселительные прогулки за город, давала костюмированные балы. И все это время при дворе зрел новый заговор.